Делаю. Ну, в общем, все, видите, разорвало нахрен. Перегрелось, то есть варить надо, это я говорил. Ну, пока делать нечего, я вот из него сделал самый медленный в мире вечный двигатель. Вот он стоит, сейчас включится. Включился. Чуть-чуть поработал, опять стоит. Но при этом расход ноль. Одна десятая секунду работает, 25 секунд стоит. То есть самый медленный в мире пока. Самый медленный в мире двигатель. Вот. Пошел он, взял ток. Это отдает назад потихоньку. Вот отдал назад. Через 22 секунды. Опять, видите, взял. И так беспрерывно будет работать. Ну для чего его применять? Да хрен его знает. Может сваи сбивать, так бух, остановился, бух, остановился. Сверлить, допустим, землю. Ну для чего-то можно, наверное. Вот опять пошел. Прокрутился. То есть одну десятую он, значит, включается и еще крутится в несколько секунд. По инерции. Вот, еще эти. Секунды 3-4 крутится по инерции. Секунд 20 стоит. Возвращает ток. То есть самый медленный вечный двигатель в мире.